Друзья, это как заведено у нас в Украине. Короче, едет машина, не едет. Главное, что они здесь работают. Мешают они другим, не мешают. Вот как люди протискиваются, могут проехать. А они себе стоят. А им по барабану. Понимаете? Самые главные кто? Те, у кого больше власти, у кого есть автомат. У этих есть власть. Эти защищены властью. Они себе стали и работают. Как они работают? Поставляли там куча мусора. Сейчас я вам покажу. Мусор. И он дальше мусор. Они только что здесь стояли, но мусор они оставили. Это так работают днепропетровские мусоросборщики. Ну, наверное, везде в Украине у нас так.